друзі, я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це розмова на тему, і як завжди по середах, Миколаївська обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні у нас в студії член чеського товариства Ольга Бойченка. Вона щойно повернулась з Чехії, і в неї є про що вам розказати. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам буквально с корабля на бал. Вы приехали к нам, вернулись на родину и сразу к нам в студию для того, чтобы рассказать о вашей поездке. И, конечно, во-первых, она была посвящена проблемам этнопедагогики, правильно? Конечно. Потому что именно этой наукой и занимается наша прекрасная гостья. И поэтому, Ольга, прежде чем мы перейдем к делам, хотелось бы сначала из ваших уст услышать ваши впечатления. Вы были в Чехии как раз в тот момент, когда чехи праздновали День Республики и 500 лет реформации. Рассказывайте. Да, вот именно в эти дни, это был конец октября, последние дни октября, мы попали на День Республики в Чехии. Было очень много людей в центре особенно. И, знаете, я вот ощутила всеми фибрами своей души, что имел в виду тогда Ян Амос Комінський, когда он хотел, чтобы люди знали больше языков. Было очень много людей из разных стран. И идешь, и в одной стороне слышишь английский, немецкий, итальянский, французский. И мы как раз попали и в музей Яна Амоса Комінського. Это единственный педагогический музей на территории Чехии. Находится он в старом городе Праге, на такой интересной исторической живописной улице. Но поснимать нам там не удалось. Не разрешили? Там не разрешается снимать. Ну, почему? Мы так лучше уже, приезжайте сами, да? Так уже сделали вывод, да, что материалы, которые предоставляются в этом музее, они еще изучаются. Музей этот очень молодой. И этот музей сотрудничает с семьей Яна Амоса Комінського, которая сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Они там частые гости. Но когда экскурсоводы поняли, что эта тема, ну, что это нам, ваша родная тема, нам не чужая, ну, экскурсия была для всех. И когда вот какие-то разговоры уже заводились, они были очень удивлены сначала, что мы так много знаем. Но потом, когда они узнали, откуда мы, кто мы такие, то они были приятно они удивлены и поражены. Очень, да? Очень приятно были удивлены. И, знаете, вот мне так показалось, что именно нам они хотели подробности, вот такие вот, знаете, вот в каждой науке, в каждой области знаний есть какие-то очень интересные моменты. И вот именно то, что я хотела увидеть, раньше мне встречались книги Яна Амоса Комінського. Ну, конечно, в Николаеве такую литературу очень трудно найти, и не все еще труды Яна Амоса Комінського переведены и на русский, и на украинский. Но я очень обрадовалась, когда я первый раз увидела вот то, что подтверждает мое собственное чутье изучение языков, что сразу надо изучать не один и не два, а несколько языков. И это очень просто. Одновременно изучать, да? Да, одновременно. И вот Ян Амос Комінський, он такие материалы подавал на латыни. Раньше латынь это был, как сейчас, английский язык, то есть язык научной литературы, научного мира, на чешском, на немецком. Но в музее я увидела книгу, там, где Ян Амос Комінський, вот она, как правильно это сказать, вот такого формата, я не знаю, как даже этот формат назвать, и там 10 языков.
10 языков, да. Еще очень интересное мы увидели там, ну, наверное, абака это называется, как счеты. Значит, первая косточка большая, следующая косточка разделена на две. То есть вот то, как Ян Амос Комински представлял единое целое, весь мир. Вот один, потом два разделяется, потом три, потом следующие четыре, пять. Это по центру идет. Конечно, впечатления от этого музея, знаете, вот такие завораживающие. Там очень старые вещи. Подлинники, да, Ольга? Да, подлинники, книги, репродукции, доски, парты, указки, различные материалы. Но я думаю, что любому педагогу это интересно было бы посмотреть. Но я говорю, что мы были там в Дни Республики. Подышали этим праздничным воздухом? Ну, вы знаете, я, честно говоря, вот столько людей... Разных национальностей, в да? В центре я никогда не видела. И вот так, чтобы спросить у кого-то дорогу, ну, во-первых, в основном в самом центре одни туристы. Это место действительно завораживает. И когда попадаешь и на Староместскую площадь, это центральная площадь в городе Прага, Староместская, старая городская площадь, это если переводить, Карлов мост. Ну вот, можно много рассказывать, увидеть на фото, это еще более понятно, но побывать и ощутить вот этот вот воздух, эту атмосферу, чувствуется, что там были просто грандиозные события в свое время. Эта энергетика, она чувствуется, она везде. А знаете, Оля, есть чему удивиться, есть что посмотреть. Но вы привезли фотографии, может быть, мы хотя бы хоть чуть-чуть попробуем, да, телезрители, попробуем почувствовать этот грандиозный дух. И я попрошу нашего режиссера, Турченко, Виктория, покажите нам, пожалуйста, фотографии Ольги, которые она привезла. Итак, господа, на ваших экранах вот этот мост. Это, да? Карлов мост. Это, видите, издалека. Мы, когда к нему только подходили, мы его фотографировали. Он уже издалека. Смотрите, как смотрится. Фундаментально и величественно. Он строился, ну, несколько лет. Там больше 10 лет, если я не ошибаюсь. Может быть, даже и побольше, чем 10-15 лет. Но он же очень старинный. Вот, господа, смотрите. Это центр Праги, река Волтава, река полноводная, река с таким быстрая, стремительным течением. Глубокая, да, Ольга? Да. Вот это старый город. Так, это уже, наверное, это площадь. Это, да? вход. На, смотрите, видите? Вот эта арка там вдалеке, да, стоит, старинная. Мост... Значит, на нем расположены, вы видите, капеллы из памятников, и в основном это религиозного содержания, все вот эти вот скульптуры. То есть, ну, сразу понятно, что если такой, скажем так, момент присутствует в самом центре, то религиозный вопрос там, ну, стоял очень важно. Вот вы видите справа памятник Карлу IV. Чехи называют его отцом чешской нации. Mm-hmm. И надо заметить, что при Карле IV, это был 14 век, Прага, она входила в состав Римской империи, ну, можно сказать, что Прага была тогда столицей Европы. Mm-hmm.
И культурной, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, большие города, особенно столицы, это всегда центры и культурные, и образовательные. И при Карле IV был основан известный сейчас вот на весь мир Карлов университет. Это был первый университет в Центральной Европе. А Карловы Вары? Что-то вдруг мне вспомнилось такое. Это Карлу не имеют? Не имеют? Вот я вам сейчас... Так, вот я решила запечатлеть себя возле такого... Ну так это же такой старинный памятник. Да, великого человека. Это же сколько ему, этому памятнику, лет? Он же очень давно стоит, он даже бедный позеленел. Ну, памятник, видно, старинный, не один век ему. И так заботливо огорожены, чтобы не терлись носами, это, там не хватали за руки это, фигуры. Смотрите, это мы фотографировались, когда люди немножко разошлись. Вот такой вот момент, чтобы сфотографироваться, и там какой-то человек был один, это надо выбрать. Например, мы ждали, чтобы сфотографироваться минут 10. Очень много желающих, очень много туристов посмотреть. Это сам мост, но здесь вы видите уже современное искусство. Такие современные стенды, да. Да, репродукции, и много художников там тоже стоят, представляют свои работы. Ну, это вот такие вот тоже веселые картинки. Вот это тоже снова да, мост вот уже немножко. Да, посмотрите, какое течение. Мы как раз были, если вы смотрели по новостям, шторм в Праге. Это как раз тот день. Да что вы? Да, это тот Ничего день. Ничего себе. Да. Мы потеплее оделись, но... Было холодно, да, Ольга? Ветер порывистый, много рекламных щитов упало. Ну, видите... Но это не помешало людям выйти на празднование? Да, очень, и несмотря на это, очень много людей там было. Главное, что люди не испугались бури. А вот какая красота. Вот река, вот ратуша, вот часы. И веет от этих стен стариной. Да, энергетика особая. Вот чувствуется, надежностью какой-то. Что были события такие вот основательные. О, вот вы сейчас очень хорошее слово сказали. Здесь все дышит основательностью. Да, и посмотрите, что дома примерно одной этажности. Видите, да? Примерно одна этажность домов. Да, композиция соблюдена, даже внешне это видно. А это неспроста. Вот, например, это видно, что дома, ну, таких более состоятельных граждан, все-таки было тогда такое определенное расслоение. А вот смотрите, на Карловом мосту, как раз, когда мы там были, прошла демонстрация, вот на этих плакатах написано «Пусть живет король». «Пусть живет король». Да, «Пусть живет Чешское королевство». Ну, сейчас Чехия – это республика. Да, это республика. Ну, вот такие вот демонстрации, видите, люди высказывают свое мнение. Ну, я не могу сказать, сколько таких демонстраций проходит, но вот мы, видите, мы уже выходим через арку, и эта демонстрация как раз заходит. Вот, ну, это мирная абсолютно демонстрация, конечно, да? Вот, смотрите, «Крал нигде не умер». Король никогда не умирает. Вот. То есть Чехии ратуют за королевство. Ну, какая-то часть вот так себе это видит. Ну, почему и нет? Пусть будет и королевство чешское. Высказывают свое мнение. И дальше идет оркестр. А знаете что, телезрители, вы обратили внимание, когда вы сейчас смотрели фотографии, на удивительную чистоту Праги? При том, что огромное количество народа, как рассказывает Ольга. Да. Оля, это что? Это чисто. Почему так чисто? А что-то у них так чисто. Ну, я думаю, что это такие законы принятые. Вот я не могу вот точно в именах передать.
кто эти законы впервые создал. Но суть в том, что, например, в Германии тоже раньше и выбрасывали и мусор на улицу, и там что-то, там какую-то воду выливали. Но был издан указ, что если кто-то выбрасывает мусор, большие штрафы. Но и это не помогло. Тогда был издан указ, что если кто-то выбрасывает мусор, наказывается тот человек, который выбросил, и соседи. Если соседи увидели, и они на это не отреагировали. Они должны пойти убрать за соседом, и, да? Такая взаимовыручка. Нет, штрафовали. Штрафовали и того, кто выбросил, и соседей, которые на это не отреагировали. Вот тогда и стало чисто. Ну, могу себе представить, что кто-то выбрасывает мусор, а сосед, зная, что за это получит. Ну, у нас, я думаю, что люди бы разбирались между собой ближе. Оленька, у нас остается еще время. Я все-таки хотела бы, чтобы мы коснулись и вашей научной деятельности, потому что, друзья мои, Ольга Бойченко, она занимается такой серьезной наукой, как этнопедагогика. Она в ней весьма преуспела. Однако преуспеть абсолютно в этой области невозможно. Правда, Оля? Постоянно в поиске. Да, постоянно в поиске, и, может быть, мы бы остановились и, скажем так, на этнопедагогических традициях наших чехов, украинских, но все-таки в эпоху глобализации ситуация требует новых идей и разрешения, вот вы говорите, а у нас, а у них, то есть... Ну, пока еще я говорю, сама, а у нас, а у них, да? Сама глобализация, она и предполагает что... обмен хорошим опытом. То есть для чего это надо? Вот и в университетах нужна мобильность, требуется мобильность не только преподавателей, но и студентов. Для чего? Мы говорим, что наука и техника развиваются стремительно, но и общество тоже. Развивается... Общество не успевает за развитием науки и техники? Или успевает? Вот Оля? Именно, что не успевает. Не успевает что, да, вот сейчас мы перешли на такой этап, что сейчас общество не успевает за развитием технологий. Ну, например, опять-таки, помните, в прошлой передаче мы говорили о законе об образовании для нацменьшин, да, там, где... Да, мы с вами поднимали этот серьезный там, вопрос. Там, где фигурировал вопрос о языках. Ну, и опять-таки венгерская сторона обратилась в Венецианскую комиссию, и она выиграла этот спор. То есть, что просто не анализируя ситуацию по каждому конкретному вопросу, по каждой конкретной меньшине, этот вопрос будет выглядеть как-то однобоко. Вот мы уже и не раз говорили, почему, например, увеличить количество украинского языка, уменьшить количество того. Нет, надо и то, конечно, и другое, и чтобы это. Чтобы все это гармонично сплеталось. И то, что мы увидели, вот, например, в больших городах Германии и Чехии, большинство людей говорят на английском языке. То есть здесь надо и язык нацменьшины, и украинский язык, и английский язык, и еще два языка. И еще сколько влезет, да? И остальные языки, и скажем сколько так, уже вот так вот войдет. Кардинально давайте все на украинский переведем, или пусть останется нацменьшина. Нет. Все-таки надо находить такие методики и методологию, чтобы это все было просто. И поэтому вот вы мне задали вопрос, какие проблемы у нас. Да. Вот в современной науке существуют и проблемы в самой науке, внутри самой науки. Ну вот, например, мне нравятся вот такие простые объяснения.
Значит, мы стоим на позициях трансдисциплинарности науки, то есть когда методы одной науки могут объяснить кое-какие проблемы в другой науке. Ну вот смотрите, например, французский лингвист Фердинанд де Сесюр в свое время положил начало структурализму. Филолог. Значит, он, вот то, что, например, простым людям легко понять, это на основе языка. То есть мы понимаем, что есть текст, что есть предложение, есть слово. Слово делится на слога, и самая маленькая часть языка – это фонема. То есть он на этом примере объяснил, что и любую науку можно разложить настолько, да, до малейших единиц. Но самая простая сфера жизнедеятельности – это язык. То есть язык, он понятен всем. Вот. И, ну, еще ж есть такая поговорка, язык до Киева доведет, да? Да. Ну, если уже вернуться в нашу страну. Да, то есть вот возможности языка, они, наверное, еще недооценены. Вот, например, это мой любимый метод исследования, лингвистический. Вот как говорим, нельзя познать мир, пока ты не познаешь себя и вещи вокруг себя. Об этом говорил и Ян Амос Комински, и многие ученые об этом говорили. Ну вот, например, все мы знаем, что на территории Николаевской области и вообще вот степей юга Украины жили скифы. Но в некоторых источниках я читала, что жили скифы, потом сюда пришли славяне. Ну, скажем так, немножечко не увязывается. Мы, опять-таки, изучаем наши общины чешские, которые живут на юге Украины. Но они тоже откуда-то пришли. Да, откуда-то. То есть вот пришли. Эти вот миграционные процессы, они очень интересные, и они еще ожидают своих исследователей. К чему я это говорю? Вот, например, как лингвистическим методом можно доказать, что все-таки есть следы этой скифской культуры? Мы уже говорили, что индоевропейские языки, это вот и украинский язык сюда входит, в общем, они дали рождение многим новым языкам. Ну вот, например, когда я учила персидский язык, там была такая... Персидский? Вы говорите на арабском языке? Нет, это персидский. Персидский? Язык, это не арабский. Боже, Оля, с вами страшно даже в эфире сидеть. Нет, вы еще и персидский язык знаете, телезрители? Могу научить. Смотрите, если... Ну вот такие вот строчки там были. То коджабуди миговтими амадим даратми овардим. То коджабуди. Ты где был? То коджа буди. Ты де був? Ты где был? Похоже? Точно. Похоже, какая, да? Какая вы молодец. Ми говти, мне говти, говорити, говорить. Ми омадим, ми. Мя, меня, я. Омадим, я пришел бы. Дар, двери. Дар, эт, тебе. Ми овардим, открыл бы. То есть, в принципе, языки, они похожи даже, несмотря на то, что вот они такие разные, вы, да? Вы знаете, я когда учила персидский язык, ну, мне было, наверное, 22-23 года, я этого не замечала. Ну, вы занимаетесь наукой, да, сейчас? Да, честно я вам скажу, но когда уже сталкиваешься там с 5, с 10 языками, тогда ты понимаешь, что это один и тот же язык. То есть, вот смотрите, с точки зрения лингвистики очень легко
объяснить некоторые явления и в этнологической науке, и в этнопедагогической. То есть, но таких, я, честно говоря, немного встречала вот таких подходов, но они есть. Олечка, наш эфир, к сожалению, заканчивается. Мы не успели посмотреть еще фотографии, которые вы привезли, друзья мои. Но тогда уже отложим до следующего эфира, хорошо? Потому что время сегодняшнего эфира подошло к концу. Но главное что, Оля, резюме. Очень коротко, только очень коротко, прошу я вас. Я бы хотела посоветовать нашим телезрителям стремиться к знаниям, но смотря как вы к этому подходите. Не думайте, что знания получать – это очень трудно. Нет, это очень легко, но смотря какую позицию вы в этом выберете. И хочу поздравить всех телезрителей с наступающими праздниками, Рождеством, Новым годом. Желаю вам здоровья, чтобы в ваших семьях было все хорошо, и чтобы у вас получалось все то, что вы задумаете. Оля, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу, друзья мои. Но это, я надеюсь, мы продолжим эту тему в одном из наших следующих эфиров. У нас сегодня в гостях была Ольга Бойченко, научный такой потрясающий совершенно человек и очень красивая женщина. И стремитесь к знаниям, потому что знания приведут вас в светлое будущее. Це була розмова на тему. На все добре.